Друзья, всем привет! Сегодня я приехал в контактный зоопарк «Чудесный рай». Ну что, пойдемте. Друзья, ну что, я пришел, вошел в зоопарк. Так, ну что, пойдемте. Кто у нас здесь? Здесь у нас кролики. Как тебя звать? Ой, напугался. Напугался. Какой интересный. Да. Ой, какой-то серый. На мою крольчиху похож немножко. Вау. Так, она здесь. Привет. Привет, Жако. Это Жако. Привет! Ты разговариваешь? Ну ладно, он отдыхает, я не буду его мучить. Так, пойдем дальше. Вау, это кто у нас? Привет! Как тебя звать? Давай лапку. Лапку дашь? Давай лапку. Он дерется. Какой ты нехороший. Подошел, он дерется. Он кого-то ударил. Такой сильный. Прям вообще. Приятного аппетита. Пойдем дальше. Вау, а здесь кто? Здесь гуси. Привет. Как тебя звать? Он такой большой. Белый-белый. Сатуля. Сатуля. Так, здесь у нас пони. Привет. Три. Три делали. Ты не кусайся. Сатуля. Вай, вай, любит, любит по часу, любит, любит по часу. А? Ой, ну вообще. Вау, здесь хаска. Спи. Привет, ты спишь? Привет, просыпайся. Просыпайся, Соня. Хаска такая красивая у них есть. Ну ладно, пойдем дальше. Друзья, ну вообще супер. Слушайте, обезьянка здесь такая интересная. Вау, а здесь кто? Крыски. Привет. Привет! Какая милая, смотрите. Крыска. А здесь у нас кто? Кролики. Семейная пара. Ой, привет, 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 привет. Супер. А здесь кто? Привет. Ты кушаешь? Кушаешь? Давай, красоту. Вау, а здесь, вау, это кто? А это... Это Ян. Его звать Ян. Шрица. Воды. Так, ну что, пойдемте дальше. Вау, здесь черепахи. Обычная черепаха. Ну, да. Ой, это утенок. Спит утенок. Здесь шиншилла. Шиншилла. Тоже спит.
Вадуля, вы не поверите, кого я видел. Это павлин. И очень взрослый, кстати. Вроде бы, если я не ошибаюсь. Привет. Так, ну что, пойдемте дальше. Кто у нас еще здесь есть? Кто у нас здесь есть? Шиншилла опять. Вася, кушать, кушать. Сонная такая, прикольная. А здесь кто? Здесь кто? Не вижу. Это мышка или кто это? Ладно. Ой, это Дегги. Это Дегу, как правильно сказать? Или это не Дегу вообще? Привет. Барашка. Отдыхает кота. Привет. Какая красивая серенька такая. Так, пойдемте дальше. Вау, здесь енот. Сейчас мы тоже зайдем. Белкам заходить говорить нельзя. Так, это курица. Это курица. Ну, просто два рассказа, которые чаще всего. Сейчас. Это курица. А вот та белка. Вау! Увидела меня. Где ты? Нет, не видно, спрятала. Ну ладно. А, здесь попугай. Какие красивые. Это большая птичка. Обезьянка хулиганка. Я не знала, что они не только обезьян. Видишь ты? Ну-ну. Я не знала, что они не только вот эти обезьян. Сейчас лопал. Пакет. Я не знала, что они не только обезьян, еще пакет обезьян. Леша! Пакет взял и тащил в еду. Ну вообще, вы сейчас выбирает. Он выбирает. Пакеты вытаскивает их. Овощи. Друзья, смотрите, кого мне дали. Это шиншилла. Вау, какой хороший. Смотри, смотри, достал. Как тебя звать? Кустина, шикарно вообще. Шикарный зоопарк, друзья, приходите. С
спасибо. Да? И Омич, да? Прикольно. И ты? Вау. Дети, давай сюда. Давай сюда. Давай. Погладь себя. Ой, мой хороший, ой, мой хороший, ой, мой хороший, ой, мой хороший. Пойдешь ко мне на ручку? Кэти, 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 сейчас. Напугал. Ой, ой, ругается, ругается. Ой, ну вообще прелесть, просто. Кэти хороший, да? Кэти хороший, да? Кэти хороший, Кэти хороший, Кэти хороший, Кэти хороший. Кэти хороший, Кэти хороший. Повторяй, да? Повторяй. Ну, пока. Пока. Пока, Кэти, пока. Кэти, пока. Пока-пока. Пока, скажи. Как прикольно. Это Пони, друзья. Вау, столько эмоций переполняется. Вообще эмоции просто переполняются. Как тебя звать? Она занята. Или он. Что ты там делаешь? Тишет что-то. Красотуля, просто красотуля. Она, кстати, катает детей по всему контактному зоопарку. Какие красивые. Блин, просто обалдеть. А вот какой вообще. Что ты такая грустная? Э, ты чё? Болит. Смотри. Может, бабушке подаришь? Болит. Ты моя девочка. Видишь, они к 6 растёт. Ну да, попробуем. Мама, это что, козырь? Какая красивая. Ну попробуем, мы хотим, конечно, еще сделать. Смотри на меня. На меня посмотри. О, красотолик, красотолик. Друзья, зашел к ему. А, ну да, там ничего нет. Из аппарата. Ага. Вау. Сейчас она понюхает. Да? Как кошка. Или собачка маленькая. Это девочка, да? Да, Яна. Яна, иди ко мне. Иди. Ой, ой, ой. Красотуля, здрасте. Как играли. А я видел ВКонтакте, в группе ее. Ну, они с собакой вот тут недавно сидели. Ну, у тебя такая здоровенькая такая, бодренькая, хорошая. Да, молоденькая. Молоденькая, да? Привет. Заходил сейчас к вашему попугаю. Ага. Такой прикольный. Целуется. Попугайчик. Давай лапку. Ой, ты понимаешь, или это специально так? Как бывает, может иногда понять.
Лапку дашь? Папку дашь? Ой, ты мой солнышко. Вот. Лизит, лизит. От меня барашкой пахнет. От меня барашкой пахнет. Ян, ну что там делаешь, Ян? Что тебе понравилось? На ручка понравилась? У нас Елена Александровна постоянно говорит. Не связано. Что там увидела? Что увидела? У нас Елена Александровна, она же у нас методист в школе. Вот, она смотрит на все просмотры. Короче, советую всем учителям. И она в школе уже сначала. Понятно. Как прикольно. Куда пошла? Куда пошла? Куда пошла? Да? Я на меня посмотри. Будешь кушать? Я знаю, их дома держат некоторые люди. Прикольно говорят, как кошки, как собака говорят. Ну, это если не диких домой, да? А? Если брать не диких таких, которые... А, ну да. А которые ждать угу. Ну, игрули, 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 красавица, просто красавица. Не знать, чем играть. И со мной, и с вами. Поэтому собаку спускаем. Да? Друзья, а это морские свинки. Привет. Привет. Спряталась? Спряталась под дерево? Привет. Напугался? Привет. Привет. И прикольно. Ой, какая. Так, друзья, да, здесь ёжики. Девочка берёт, не боится. Ой. Хочешь поцелуй? Ой, какая. Испугался он, наверное. Маму напугал. Лучше вон того. Он какой ручной, лежит. Ну вообще. Держи, держи, держи. Сейчас убежит. А этот завернулся? Да, он маленький. Совсем маленький. Он боится. На, возьми, иди. Дай ей на руки. На, давай. Вот, о, хочется. Сейчас упадет. Возьми, не бойся. Ты не должна бояться ее. На, возьми. Погладь хотя бы. Вот это колючая, не бойся. Не бойся. Да, подойди поближе. И погладь хотя бы. Не надо бояться его. Иди. Скажите, я Валерия попугайчика. Не хочешь? Не хочет. Мама, у меня поехали. Ну вот. Много. Thank you.
Встаньте вот сюда, я вас фотографирую, испугайте. Ну и вот сюда встань. Варь, встань вот сюда, Варь. Варь, вы там вот синенькую можешь взять. Ну там внизу. Нет, Варь, Варь. Алло? Да, привет, как дела? Очень много попугайчиков. Алло. Разных. Алло. Алло. Да не вас не боятся, я так смотрю. Вау, как красиво. Вау, как красиво. Вау, как красиво. Вау, как красиво. Надо ручку открыть, смотри. К тем, кто внизу, открой широко ручку. Руки тоже спокойно, абсолютно. Сейчас я тебя подниму руку. Так, давайте кому-то. Давайте я подниму, а ты открой. Поспать. Давай, я тебя подниму, а ты покажешь. Открой широко ручку. Держи. Мама, как мило. Сейчас. А лучше поесть. Варь, открой пошире ручку, Варь. Открой прям ладошку. Ладошку открой, Варь. Сиди, ты о чем-то говоришь. Старается, просто старается. Варь, смотри, какие там красивые. Привет. Друзья, я Валерия Кролика. Привет. Привет, моя поющая. Спать, все спят, хотят, спать хотят все. Пускай спят. Вон черненький есть. Привет. Привет. Как дела у тебя? Ну, такая у тебя какая-то шкурка интересная. Вельвет прям, что ли, не знаю, какая интересная шерсть у него. Какая интересная шерсть у него вообще. Это прикольно. Необычный кролик. А кто в домике живет? А кто в домике живет? Это ты живешь в домике, да? Ты моя домика. А кто в домике спит? Кто в домике спит? Кто в домике спит? М? Кто в домике спит?
Ой, спать хочет, спать хочет. Что ты? Что ты напугался? Какая красивая птица. Какой милый, красивый будет. Водичку я только что попил. Привет. Давай лак, давай лак. Давай. Иди на диван. Куда телефон делать? Ой, какой хороший. Ой, ты мальчик. Ой. Вау, обалдеть, друзья, кого я трогаю? Я трогаю Яну. Это варан? Кто это? Я так не понимаю. Прикольно. Обалдеть. Да в жизни не трогал такое животное. Обалдеть. В шоке. Друзья, ну что, все. Я все посмотрел, всех погладил. Столько эмоций набрал, на целых месяц хватит. Ну вообще, шикарный, конечно, контакт в зоопарк. Обезьянка, что одна стоит. А хаска, так вообще, а павлин, ну просто шикарно. Слушайте, такого зоопарка, наверное, еще не видел. Просто столько эмоций у меня просто. Я не могу даже все это описать. Вы лучше сами приходите. Я вам адрес напишу в описании. И сами все увидите своими глазами вживую. Вот. А животным ставьте лайк. Вот. Что еще? Подписывайтесь на канал. Спасибо большое, что просматриваете мои видеоролики. Мне очень приятно. Спасибо за ваши комментарии. Ну что, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.